Это новые трюковые самокаты модели FIR от торговой марки B-Scooter, и они совершенны во всем. В начале 2022 года торговая марка B-Scooter порадовала нас сразу несколькими моделями трюковых самокатов продвинутого уровня, не только для новичков, но и для опытных райдеров. И сегодня речь пойдет именно о таких. FIR относится к типу парковых самокатов и поставляется на самой надежной всеми вами любимой компрессии SKS. Углубляться в различия моделей парковых от стритовых я не буду, так как любой новичок в процессе поиска себе оптимально удобного и подходящего самоката уже сталкивался с этим, а продвинутый райдер и так все знает. Из главных особенностей, что относит его к типу парковых, это дека. Она имеет хорошую жесткость, правильную профильную форму со скошенными краями, что дает возможность устанавливать пеги по необходимости. Шея достаточно массивная и имеет большую площадь сварочного шва. И все это выполнено из алюминия, который используют в своей продукции знаменитые бренды. Маркировку я оставлю здесь. И коротко хочу сказать, что это супер трудный алюминиевый сплав. Сломать эту конструкцию у вас вряд ли получится. По самой деке. Длина ее 53 см, ширина 12. Наждак отличного качества с минималистичным дизайном. Здесь присутствует только название модели и торговой марки. А под самой декой красуется принт FIR – страх. Вилка металлическая, классического дизайна под SKS, с возможностью установки колес от 100 до 120 мм. Пеги, как я и говорил ранее, алюминиевые. По колесам хотелось бы отметить, что выполнены они из высококачественного полиуретана, в меру мягкого, с высоким отскоком. И о их качестве не стоит переживать, прослужат они очень долго. Колеса здесь установлены диаметром 115 мм и шириной 26 мм, а их жесткость классифицируется как 88А. На выбор торговая марка B-Scooter предлагает 4 цвета, где сочетаются колеса с грипсами. Отдельного внимания заслуживают звездообразные спицевые диски из алюминия. Они легкие, надежные и поставляются на закрытом подшипнике ABK9. Накат и скорость у этого самоката на уровне. Тормоз гибкий, из нейлона, и при необходимости его можно заменить, предварительно сняв заднее колесо. По системе SKS и рулевой. С двух сторон стакана установлены подшипники со скошенными краями, антилюфт и крышка. Устанавливаем вилку и зажимаем ее хомутом. В хомуте есть специальная грань под топ-кэп. Для тех, кто смотрит нас впервые и не знает, что такое система SKS, вкратце, это самое надежное соединение руля с вилкой, где и вилка, и руль зажимаются по отдельности. По рулям. В трюковых самокатах используют два вида рулей – U-образный и T-образный. Считается, что Т-образные рули, или Т-бары, как их еще называют, обладают самой большой надежностью и менее ломаются за счет своей простой конструкции и пятна сварочного шва. Торговая марка B-Scooter постаралась воплотить в этом руле и стиль, и надежность, и мы сами видим, что из этого получилось. Пропил в руле и углы увеличили пятно сварочного шва. Тем самым при агрессивных приземлениях уменьшилось давление на квадратный сантиметр и, естественно, увеличилась его прочность и надежность. Руль, как и полагается, под систему SKS, без пропилов и переходников.
И здесь торговая марка B-Scooter не стала экономить. И за основу материала для руля был выбран хромомолибденовый сплав 4130, который также используется всеми знаменитыми брендами. И венчают это творение большие, длинные, двухцветные, очень мягкие грипсы, которые прилипают к рукам. За их основу также взят распространенный материал – резина с маркировкой TPE-170L. Каждый самокат упакован в красивую стильную коробку из жесткого картона с названием модели, торговой марки и краткими характеристиками. В целом вы все видите сами. Дизайнерский и технический подход в сумме с дорогими и надежными материалами делают эту модель самокатов желанной за доступные деньги. С подробными характеристиками и другими моделями самокатов 2022 года, видео которых еще нет на нашем канале, вы можете ознакомиться на нашем сайте. Ссылка будет в описании. С вами был я, Андрей. Скоро увидимся. Нам есть что вам еще показать.